У нас гонка, друзья. Битва в низине. У нас 3 соперника и у нас 8 километров. И, походу, догоняем первого соперника. 40 секунд и довольно быстро его берем. Хорошо берем, наверное, воздушный кармашек и вырываемся сразу резко вперед. Ух, мы на хвосте. Навстречу, конечно, не стоит выезжать. Довольно красивый пейзаж. Такие гонки красивые и довольно приятная музычка. Даже вижу поливные станции. Обалдеть, какая красота. Хорошо, нужно навстречу маленьком, 18 секунд. Соперник у нас прямо перед нами. И сейчас будем его делать, друзья. Прям уже, ух, можно даже в грузовик отправить. А вот это довольно опасно. Оху, прям челюстка. Соперник позади, а мы его взяли, друзья. 5 секунд и победа за нами. Первого соперника мы взяли. Есть заправочная станция, можно заехать и что-то поменять. Ну, конечно, не стоит. И у нас уже следующий соперник, вижу на карте. У нас полностью нитро добавилось, 4 километра. И прибавим скорость, 20 секунд всего лишь, чтобы догнать соперника и, конечно, его сделать. Быстренько его делаем. Вот, да, довольно неплохо. И, походу, уже в кувет улетел. 13 секунд, друзья, и уже берем вторую позицию. 9 секунд остается. Реально выезжаем в какой-то пригород. Остается 2 километра и 500 метров. И последний соперник остался. Так, вижу сразу резкие поворотики. И сразу будет соперник. А Nissan GTR довольно неплохо показывает на дрифте, друзья. На скорости тоже довольно неплохо. Осталось ровно 2 километра и последний соперник. По встречке наберем, наверное, нитро побольше. И воздушный кармашек, ну-ка врываемся. Ух, красоте. 10 секунд, друзья, и уже соперник позади нас. Довольно все быстро и легко. 6 секунд, и о, прибавим скорость. 4 секунды, у нас пытается вырваться. 2, 1, у нас 3, и он все-таки позади. Осталось 400 метров, друзья, и уже победа за нами. Наш путь как продолжается, друзья. У нас 8 соперников и 9 километров. И уже красивые пейзажи. Хорошо, прибавим уже скорости. Мы просто в гору едем, не вижу, что происходит на встречке. И можно сделать прям на повороте, ребят. Вот так, дрифтом. Ух, ох, вот это прям чай довольно быстро. Чистый двойной обгончик получается у нас. И осталось 6 позиций. На встречке вижу. Какой дрифт получается. Ну, Сенчик у нас хорошо дрифтует. Там двоих соперников, троих сделаем. Так, пропустим и по внутреннему кругу. Вот так, красота. Осталось 5 соперников и 6 километров. Довольно неплохо идем. А погода у нас портится. В воздушном кармашке и будет довольно резко неприятный поворот. Ух, прям навстречку. Это было жестко. Давай же нитро используем. Осталось 3 соперника. И у нас 5 километров ровно. А здесь может, походу, сократить. Сейчас посмотрим, где будет поворотик. Вижу поворот. Довольно неплохая дорога, я скажу. А походу просто ужасно. И практически выезжаем. Осталось 3 соперника и 3 километра. Есть прямой участок и можно ускориться. А там, походу, можно сократить. Ну-ка посмотрим, где у нас поворотик был. Окей, что видим. Походу, сокращу и реально круто. Вижу по карте, очень быстро проеду. И практически по прямому участку. Ух, какой неприятный поворот-то будет. И, друзья, мы уже на первом месте. Осталось 800 метров.
Федерации мне очень понравилось.